Всем привет, на канале Чаны. Сегодня мне доехала очередная посылка. В ней пополнение моей коллекции Arduino. Я давно мечтал собрать робота и давно уже купил вот такое шасси, но мне не хватало драйвера для управления коллекторными двигателями. Поэтому я заказал драйвер и сразу с ним еще заказал Arduino Uno. У меня не было такого Arduino. Ну что, давайте распаковывать и смотреть, что там приехало. Приехала вот такая рассыпуха, вся в антистатичных пакетиках. Здесь сам Arduino Uno, один драйвер шагового двигателя и второй драйвер шагового двигателя. Ну и макетная плата маленькая. Так, давайте я распакую и все это покажу. Начнем с Arduino Uno. Вот такая платка. Можно сравнить ее с Мегой. Ну, примерно раза в полтора меньше. Поближе покажу. Чип стоит от Omega 328, здесь Omega 2560. Честно говоря, брал себе этот Arduino для коллекции, но может быть он мне пригодится для установки на данное шасси. Пока еще не знаю. Дело в том, что один из модулей, которые пришел, а именно шаговый двигатель, он как раз для установки на эту Uno. Это так называемый мотор Shield для Arduino Uno на микросхеме L293D. По-моему, здесь даже две стоит. Ну вот он поближе. Если я не ошибаюсь, эта плата позволяет управлять четырьмя шаговыми двигателями или двумя коллекторными. Как раз самое то для машинки. Здесь как раз стоит два коллекторных двигателя. Плата устанавливается сверху, но она как раз и есть Shield. Плата Motor Shield. Ну, здесь немножко пины погнуты, надо выпрямить. Устанавливается вот так. Распрямил пины, вот так вот вместе выглядит связка Arduino Uno и Motor Shield. То есть он вставляется прям. Motor Shield вставляется прямо в Arduino Uno. Так скажем, удобный монтаж. И еще заказал отдельно другой драйвер шаговых двигателей на другой микросхеме. Это драйвер на микросхеме L298N. Именно этот драйвер покупал для того, чтобы сделать связку на Arduino Nano, вот с этим маленьким микроконтроллером. Я на самом деле еще размышляю, как это лучше сделать, но думаю, что буду делать радиоуправляемого робота. У меня есть старый пульт. Вот такой вот Hobby King-овский пульт шестиканальный с вот таким приемничком, тоже шестиканальным. Я думаю, будет идеально их совместить и сделать радиоуправляемого робота. Робот у меня будет не просто так ездить, скорее всего будет стоять датчик, который будет замерять дистанцию до объектов и не будет сталкиваться с препятствиями. Но еще пока думаю над этим и наверняка сделаю статью по его изготовлению, по прошивке. Может быть, даже получится на него навесить экран, где будет наглядно видно, куда он едет, какие там дистанции замеряет. Это у меня еще в голове пока крутится, к реализации я пока еще не приступал, но наверняка это сделаю и будет очень классно и супер. Прошивку я, как обычно, сделаю открытой, поэтому вы легко сможете повторить моего робота. Вот такой сегодня у нас был обзор, распаковочка сегодня. Так, по стоимости. Заказывал я это все на сайте aliexpress.com. Arduino Uno мне обошелся в 2,6 доллара. Motor Shield на Arduino Uno 2 доллара. Еще один Motor Shield, который на 298 чипе, он стоил 1,5 доллара. И вот эта вот маленькая макетная платка на 170 точек, она обошлась мне 40 центов. Всем спасибо за внимание, с вами был канал Чинаней. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. Всем пока!